Всем привет! Сегодня у нас будет интересный обзор аккаунта Алтаря и открытие талантиков на героях. Посмотрим, что у нас изменится, какой у нас алтарь стал за недельку. Прокачали мы, конечно, его за пару дней таким сделали, а аккаунт прокачивается недолго, скажем так, активно эту неделю. Так, ну что, поехали. Посмотрим, что у нас вообще есть творится. Вот такой у нас уже Минотавр. Докачали ему просветик. Поставили пятый сетик. 8-8. Бог войны 8-10. Активно качается, будет первым идти на эволюцию. Такой вот ворожей. 6-10, 8-8. Каменка. Тыковка. Ею я пока не занимаюсь, не качаю. Вообще смысла пока ее качать никакого нет. Фрея наша новая. Новая имба будет с ожогом. Тоже 8-8 прокачанная. Капитан Дрейк. 8-8. Бог войны. Вот такой вот у нас одержимый. 8-8. Ложный выпад. Купидон. Пока не качаем друид с замедлением. Пока на архидемона. Так, Погрома. Душегуб с топовым талантом для него. Укротитель с замедлением. Вот, рыцарь. Мы его не используем. Так, это все лам. Ну, а Ресик. Мы пока им тоже не занимаемся, но будем активно качать. Химера для архидемона. Еще смертельным ударом дерево. Им пока не занимаюсь, потому что есть седна. Вот такая топовая шапочка с богом войны уже. Ниндзя. Дед Мороз. Череп, который, если кто смотрел, выпал нам сразу с коркой. Гаргул. Тоже его пока не качаю, смысла нет. Леди Лео. Химка такая. Вот такой вот вольт у нас есть, как бонус добавок. Пока его тоже не качаю, потому что неинтересно. Малыш Ник. Хранитель для битвы гильдии с коркой. Сразу же. Так, такая вот Тесса с Берсом. Некрос тоже с коркой. Возможно, перекачаем ему корку. Хотя тоже интересный для него талант. Афина на прокачке с просвещением. Бигфут с огненкой. Заклинательница. Такая вот седна у нас есть. Не хочу ей каменку поставить. Понравилась мне она с каменкой. Дракон. Тоже им не занимаемся. Ведьма. Ну, это имбище просто. Это самая основная ценность этого аккаунта. Такая вот тыква. 20 уровень. 8-8. 9-10 пока. Она все тащит. Валька. Пока не качаю ее. Сердцеедка. Еще один Минотавр. Разруха. Еще один череп с утеканием, который нам тоже таким же выпал. Череп со смертельным ударом. Ну и все, и пошли там допы обычные. Вот так вот. Что у нас есть? Ну, осталось скины лишние. Это мы получили, если смотрели с рулетки. Плюс 300 камней где-то вытащили. До хренища их тут падает. Будем качать кому-то 11 и 12. Так, что у нас еще интересного? Это фон. Так. Ну, с такого руны коробки остались. Ну, вот ремочка есть, берс есть. Уже два ложных выпада. У меня на основном аккаунте даже столько нету ложных выпадов, сколько здесь. Они даже вообще не падали. Ну и пошли герои, которые мы там повыбивали с роллингов. Разруха, шапка дополнительный. Минотавр у нас открыт. Афина еще есть на запасе. Хранители. Седна. То есть вот такие вот варианты.
карточки, ну а по рунам, в принципе, это все с акцией. Так, ну что, давайте откроем карточки, посмотрим, что нам тут упадет. Ну, тут нам упадут обычные герои, но все же. Так, а у нас есть еще не открытый варлок. Вот варлока нам надо активировать, и мы на него тоже сейчас талантик поставим. Как это мы варлока проспали? Кого у нас еще нету в алтаре? Так, рыцарь, это все не надо нам. Тыковка. Где тарташка не нужна? Разруха есть, есть. Кенди. Ну, кенди пока, в принципе, не надо. Ведьма. Ну, все вроде. Так, ну что? Есть мифические карты и обычные. Давайте их откроем, посмотрим, что нам упадет. Какой на китайке реально шанс вытащить что-то годное. Бульдозер. Никому не нужный. И следующий у нас... Тыковка. Ну, тыковка — это хорошо, она нам нужна будет для эволюции, экономия КГшек. Так, мифическая карта, что тут у нас падает? Дед Мороз, Ресик, Влад. Ну, опять же, ценное, что отсюда есть, это череп, Дрейк, Харгул. Ну, для некоторых это все ценное. У нас, допустим, неплохо было бы отсюда, опять же, того же черепа, Дрейка получить. На повторке можно и варлока получить или одержимого, чтобы экономить кгшки, потому что кгшек на начальных аккаунтах очень не хватает. Ну что, поехали. И арес. Ну, у нас аресиков, по-моему, хватает уже 6 штук. Скоро будем их тоже солить. Так, ну и самое основное — это у нас вот эта вот карта донатная. Ведьма, Артешка, Малышник, Хранитель, Тесса. Так себе. Самое основное вот здесь. Анубис, Рино, Стрелок, Бигфут, Фрэнки. Тоже у нас Фрэнки нету. Кстати, Ворожей и Тесса есть. То есть вот 5 героев. Шанс один где-то к 50, что выпадет редкий, нужный. Но в основном тут падает Валька. Говорю, Валька. Ведьма и Хранители неплохо падают. Ну, давайте, поехали. От Анубиса я бы не отказался. Сука, Арташка. Ну, этого и стоило ожидать. Они падают здесь не очень. Так. Ну что, дальше побежали. Расставлять будем талантики, которые мы выбили с акции. Ремочка. Ремочка однозначно у нас уходит вот сюда, на Купидона. Возможно, будет когда-то скин, мы поставим второй талант. Но пока нам для подземок, для всего нужен, очень-очень-очень нужен такой вот Купидон, без него просто никак. Пока он у нас не сильно заряженный, но надо будет качать все-таки его до десятки, прокачивать и трешевать. Так, есть. Дальше. Дальше у нас пошли коробочки. Давайте коробочки пооткрываем. Потом уже дальше определимся сложным выпадом. У нас даже смены есть. Давайте смены поиспользуем. Может, что-то выпадет годное. Так, утекание, просвет, просвет. Давайте у кого там два. Поставим просвет качаться. Вряд ли тут у кого-то есть. Можно на гарнизон поставить.
чтобы быстрее его прокачать. Четверка, тройка стоит. Вот единичка. Ставим сюда. Так, 1-8. 2-8, бог войны. Ну-ка, дай грубую силу. Так, четверочка. Бег не нужен. Ну, а живо третья, это уже получше. Тут можно кому-то с моих поставить на первое время. Так, дракон. Можно дракона поставить. Берс тяжелый. Все. Так, ну что, коробочки пошли в ход. Стойкость. Интересно, интересно. Стойкость — это очень интересно. Но у нас ее-то некому ставить с моих героев. Талантик не особо полезный. Единственное, он неплохо смотрится на архидемоне, на ведьме. Но пока мы до этого архидемона, думаю, дойдем, то у нас уже все поменяется. Так, хранитель у нас с коркой. Стойкость ему явно не надо. В принципе, можно. У нее два талантика. Вот сюда один поставим. Поставим стойкость. Пусть будет. Она не мешает. Так, второй талантик. Сука, оживо. Ну, что поделать. Где наше дерево? Вариант либо дереву, либо можно седня поставить. Но я все-таки хочу ей каменку поставить. С каменкой она хорошо себя показывает. А с таких героев тут больше кому-то ставить оживу смысла даже не вижу. Ставим дерево. Это будет самый лучший вариант. Так, ну что, давайте попробуем рольнем до первой легенды. Может, что-то интересное упадет. Паладин, блядь. Интересное нам упало, как обычно. Самый топовый герой. Так, ну теперь еще у нас остались ложные выпады. Два. Один мы оставим, а один мы сейчас используем. Так, кто у нас тут есть такие интересные герои? Деду смысла ставить? Ну, пока нету никакого. Малышу Нику тоже неохота. Некроса однозначно, и Вольта я пока трогать не буду. Афину мы будем пока прокачивать. Сетна у нас будет с каменкой. Варлок для битвы гильдии, думаю, неплохо зайдет. Поставим пока ему. Так, 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 так. Варлок у нас есть. Кто у нас еще такой интересный? Есть еще заклинательница, но ей это однозначно ложное не подойдет. Так, можно было бы и ведьм попробовать, но пока-пока не хочу. Что у нас еще с интересных таких на атаку можно собрать? Ну, однозначно, пока оставлю для Афины. Пусть валяется у нас на складе. Так, что у нас по волнам? Что, попробуем зафармить. Минотавр нам тут не нужен. Ставим Варжея. Так. Есть. Тыковка готова. Дрейк есть. Рея есть.
Можно поставить даже, хотя пусть будет одержимый. Откроем скоро шестую таблетку, будет попроще все. Так, ну что, поехали, попробуем затащить Джей волну. Если повезет, думаю, должно уже повезти, уже герои вкачаны, так что единственная шапка тут может нам, как обычно, напортачить. Кого-то уже снесла. Да, жесткие тут шапки. Как только мы их заряжаем, все это жопа. J2, у нас одна таблетка осталась. Так, не вариант. Пробуем еще раз. Смотрите, как шапка сейчас нас... А, не, не успела ультануть. Странно. Очень странно. Да, сюда бы, конечно, Афину с воодушевлением. Вообще, изи был бы фарм волн. Так, вот тут, конечно, сейчас будет все печально. Хотя, Фрея. Мне сейчас наша шапка чуть не слила. Четвертая и... Так, опять четвертая шапку. Не вариант. Видите, не хватает нам, все-таки не хватает нам юнитов построек. То надо все-таки ставить расту для этого всего, потому что чем дальше, тем будет сложнее это все. Но пока трешуем так, как есть. Так, две таблетки осталось. Надо, кстати, таблетки тоже подкачать. А то они у нас немножко слабоваты. Вот. Так, четвертая. Если зайдут, удачно. Вроде неплохо зашли. Шапку. Шапка целей много, она просто сливает. Просто какая-то нереальная. Герои у нас живут, а вот стрелка сюда бы, конечно, было бы интересно на это все посмотреть. Просто шапка сносит и все. Давайте уже все попытки дофармим ради интереса. Так, J2, ну, у нас опять зданий просто нет. Вот для чего на начальных уровнях все-таки надо думать про расстановку. Потому что без расстановки... Вот шапка опять ультанула. Без расстановки все печально. Так, пропуск. Так, что мы имеем? Попробуем. А, они у нас все на откате, в принципе. Давайте сейчас попробуем пройти. У нас метелька уже открыта. Добить подземочки. Так, магия. Метель. Все есть, взяли, юнитов пока не берем. Попробуем нашего ворожая с каменкой. Как он себя
покажет, он уже на максималке прокачан, будет ли он держать хоть немножко урон. Конечно, надо ему еще просвет докачать. Так, давайте с ворожая начнем. Ну, уже получше. Чтобы не сглазить, конечно. Морозим. Ух ты, просели. Ворожей хиль. Просто нереально. 21%. Жесть. Да. Ладно, сейчас попробуем подтягивать. Конечно, метельку надо максимальную. Желательно. Так, что тут у нас надо? Подарить 18. Ну, давайте подарим 18. Ворожая тоже надо кидать на эволюцию для дальнейших прохождений. Потому что он пока у нас будет танчить, пока мы тековку не поднимаем. Так, давайте попробуем отсюда забежать. Ускорение. Так, оттягиваем по максимуму щит. Вот они пошли. Так, Дрейка слили у нас. А, у нас там смерть не под бафом осталась. Вот оно что. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, ворожай. Нифига, просто засыпали. Но отсюда как-то получше получается у нас. Реально какая-то жесткая подземка для моего уровня. Хотя вроде и героя. Ну, не везде донат решает, ребята. Так. Так, ворожай, держись. Сейчас смотрим, чтобы они не успевали заряжаться. Морозим. Ворожай, давай. Нифига. Просто без шансов. Башенки станет жестко. Надо все-таки открывать эволюцию ворожая. Даже 8-8 нас не спасает. Надо будет ему прокачать просвет. Ну и в принципе им всем надо будет прокачать просвет и поставить руны. Тогда, возможно, будет получше что-то получаться у нас. Пока будем терпеть в ожидании. Все, подписывайтесь на канал, пишите комменты, пишите, кого вы хотите, чтобы мы прокачали в первую очередь в комментах. Подписывайтесь. Всем пока.